Ребятки, всем привет! Вы на моем канале. И в этом видео я снимаю влог мои последние дни в третьей четверти. Каникулы. И начало новой четверти. Сегодня наш класс принимает участие в конкурсе «Учитель года». Это, в общем-то, я не знаю, конкурс между учителями разных школ, разных классов, разных предметов. И вот нас одна учительница взяла нас, наш класс. И там будет, в общем-то, урок, а потом еще завтра, в пятницу, будет еще один урок, но это будет классный час. А сегодня будет урок геометрии. Пожелайте удачи нам, пошла собираться. Снимаем влог. Чайничек. Там у нас режут. Я на свету стала всем дала торт. Там двоим. Смотрите. Такой разрез. Нет. Кать! Я что-то боюсь. Детишки. Приятного аппетита! В общем, ребятки, я пришла домой, сейчас уже стемнело. В общем-то, все прошло хорошо. Надеюсь, мы выиграем. Ну, точнее, учительница, которую у нас вела, выиграет. Результаты будут... Ну вот, после того, как завтра мы еще... Урок проведется, еще завтра, и после этого нам скажут результаты. За тяги такие бархатные тяги, ребята. Ребятки, привет! Я сейчас пришла домой. На каникулах мы с классом поедем на консервный завод, а потом в музей МЧС. А потом поедем в KFC. Вот. Это будет 30 марта. Рубрика «Готовим с Софьей». Сегодня в программе жарка наггетсов. Лету. Видели с первого раза. Пришли домой с кинотеатра, и мы с Алисой решили покататься на роликах. А мы их катались, по-моему, с сентября. Я сейчас стою. Я, короче, забралась на гору, Алиса где-то там внизу, она не захотела со мной поехать. Сейчас мы будем съезжать с ветерком. Нет, у него будет.
сейчас иду домой. Вы не представляете, как на улице тепло. К слову, сейчас на улице 16 градусов. Я без шапки, в общем-то. Короче, тут прям очень жарко, но я еще в куртке. Вот. Сейчас я иду за заказом. Он мне пришел заказ с Алиэкспресса. И, в общем-то, заберу его и пойду домой. Ребятки, я сейчас пришла к почте и пойду забирать чехол, и потом вам покажу. Я пришла домой, я сейчас сделала все уроки и буду готовиться к ВПРам. Нам скинули пробные варианты, которые можно решить, и я вот сейчас начала писать. Время 7:30, и я готовлюсь к ВПРу по математике. Чехольчик мне пришел. Вот такой вот. И тут есть место для карточки. И тут такой вот зайчик. Это мы на физре. В ложек. Жду маму около школы. И мы сегодня на физре были на улице. Это капец, там так жарко. Я не знаю, сколько градусов, но да. Это очень жарко. Мы были в футболках. Полный пипец. В общем, ребятки, я сейчас вышла на улицу. Тут Бытюнька скачет. Вот. Вот она, Бытюня. Вот она, Бытюня. На этом мое видео окончено. Ждите следующих влогов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю. Пока-пока. Вы были на моем канале.